Еврокомиссия подозревает Nike в нарушении налогового законодательства ЕС. Начата проверка налогообложения двух дочерних компаний американского гиганта, базирующихся в Нидерландах. Как говорится в заявлении регулятора, голландские налоговые органы в период с 2006 по 2015 годы издали 5 постановлений. Они определяют метод расчета роялти для Nike. Из них следует, что налогами в Нидерландах облагается лишь часть прибыли от продаж двух дочек, а значит, Nike имеет несправедливое преимущество перед конкурентами в этой стране. Власти заявили, что будут сотрудничать с Еврокомиссией в расследовании. Представители компании обвинения отрицают, утверждая, что Nike в Нидерландах подчиняется общим для всех налоговым правилам.